Здравствуйте! Все еще карантин, и все задаются вопросом, как быть здоровым, как свой иммунитет укрепить и не подхватить никакие болячки. Мы с Владиславом решили испробовать такой способ. Это Микрозелень брокколи. Микрозелень брокколи. Собственно, вот она. Выглядит она очень потрясающая, очень красивая вещь. Что все зеленое, все зеленые части растений, они содержат хлорофилл, это благоприятно влияет на выработку лимфы, соответственно, на наш иммунитет. Поэтому сегодня мы делаем свежий салат с микрозеленью. Что нам понадобится? Давай ты расскажешь про свою половину, я про свою половину. У меня здесь, значит, овощи, орегано, черный перец. С моей стороны будет проростки, семена подсолнуха. Микрозелень брокколи и зеленый горошек. Как прорастить семечки? Это очень просто. Нужно всего лишь замочить семечки на 2 часа примерно. После этого слить воду и оставить где-то, ну, может быть, на сутки. И где-то каждые 12 часов промывать. После этого у нас появятся вот такие проростки. Сделать микрозелень также просто, но процесс будет на несколько дней дольше. Чтобы прорастить, например, брокколи, нужно залить семена на 4-8 часов, затем слить воду, промыть и положить в банку. Я использовал такую. Есть разные способы, но мне нравится вот этот. Он очень простой. Нужно положить семена в банку, поставить под углом, чтобы вода стекала, но поступала одновременно воздух, и промывать каждые 12 часов. Поставить лучше на подоконник, чтобы лучи солнца попадали на него. Кстати, ты знаешь какие-нибудь факты про микрозелень? Я прочитала, что там огромный список микроэлементов, вот прям больше 25 там реально. Вот что ты еще можешь быть? Ну, я знаю, что самым важным, или, по крайней мере, одним из, является, по-моему, он называется сульфорафан. Его в 40 раз больше микрозелени, брокколи, чем уже в выросшей. Этот элемент очень полезный и вплоть до того, что он помогает бороться с онкологией. Этот салат где-нибудь в Латинской Америке могли бы назвать куртидо. Но мы назовем его как-нибудь по-другому. Если у вас какое-то интересное название для этого салата, пишите в комментариях. Может быть, мы переименуем потом ролик. Так, значит, приступаем. Я возьму на себя капусту, ибо я спец в нарезке. Для этого нужен суперострый нож. Так, и еще досточка. А теперь я предлагаю взять морковку на себя. Да, окей. Так, значит, смотрите. Просто макроска. Вот так тоненько, длинненько, быстренько. Собственно, в этом и здесь вся красота. Сейчас будем бланшировать капусту, чтобы она стала немного мягче. Что для этого? Доверяю я тебе, потому что здесь опасные предметы. Кипяток, капуста. Даже не знаю, что опаснее. Да, просто... Что, я просто заливаю, да? Просто заливаю, потом сливаю воду. Да, вот так. Теперь как бы она, по идее, станет мягче. Наверное, надо помять. Так, что еще у нас для этого чудесного рецепта? Здесь горошек зеленый, чтобы был красивый салатик. Его можно тоже бланшировать, либо просто разморозить. Вот он уже так, мы тут так давно снимаем, что он уже сам разморозился, поэтому мы не будем его бланшировать. Хороший уксус – это залог хорошей заправки. Да, мы делали наш уксус несколько лет назад сами. Просто из яблок и винограда. Винограда? Да, там нужно одну виноградинку кинуть.
Потому что на ней находится это, то, что нужно для создания вкуса. Прикольно. Сколько нам нужно? Две чайные ложки. Две. Да, ну, смотрите, да, зависит еще от концентрации. Вот этот уксус, 4-3 года прошли для него. Не прошли незамеченными, он действительно такой ядрененький. Вот. Поэтому даже можно еще чуть-чуть воды добавить. Мы масло добавлять, может быть, не будем, в принципе. Поэтому можно сразу чуть-чуть воды добавить. Mm-hmm. Там, ну, буквально еще. Буквально чуть-чуть. Две, да, две ложечки еще. Так. Оп. И вот дальше у нас есть на выбор, значит, либо заправка, как это делают в Латинской Америке, они это делают с орегано, ну, конечно, со свежим, но у нас сушеный. Либо есть лайфхак, это невероятно крутая приправа, которую можно добавить вообще в любое блюдо, даже если оно супер безвкусное, оно станет вкусным. Как оно называется? Это чанки чат масала. Чанки чат? Я предлагаю смешать и орегано, и чанки чат. Да. Я добавлю чуть-чуть маслица. А здесь миксуем маслица, уксус. Сюда? Угу. Давай. Оп. Оп. И чуть-чуть орегано. Шпок. Ох. Еще можно черный перец. Ох. Много? Чуть-чуть. Он очень-очень ядреный. Добавляем горошек. Проростки семечек, ну и, конечно, нашу любимую микрозелень брокколи. Она даст нам интересный горчичный вкус. Заливаем свежей заправочкой. Оп. Очень вкусно пахнет. Чтобы этот салат стал таким прям супер-супер вкусным, дайте его чуть-чуть постоять, чтобы это все промариновалось, пропиталось друг другом. Вот, и он выглядит достаточно симпатично, он такой разноцветный и вкусный. Так что до встречи в следующих наших выпусках. Мы все еще ждем от вас ваших пожеланий, ваших рецептов. Будем рады что-то для вас делать. Пока-пока!